Здравствуйте, 9 мая, 10 лунный день. Созвездие Сугар со стихией Земли с элементом огня. День для достойных руководителей, ханов, наёнов. Благоприятен во всех благих делах, потому что со знаком Божьей мы. Исправление ошибок прошлого, вдохновление на положительные поступки, размышление медитации, обращение к учителю, Буддам, Бодхисаттвам. Не рекомендуется переходить через большие реки, ловить рыбу. День благоприятен также работы с землей, с лесом. Ребенок, родившийся в этот день, будет благоречивым, в достатке, где бы он ни был, будет счастлив, отличаться резким и жестким характером. Стрижка волос к обретению силы. Благоприятен для людей, родившийся год обезьяны, мыши. Неблагоприятен годам коровы, овцы, собаки. Илгинском сушин дуане хурал, сагану бган. Мане дуане зурга юрол, 2 часа дня. Жут дуане сандын зажут. Будьте полезными.